я тоже сюда не то Аль-Фараби. Город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2. Это где? У нас. Нет, я поняла. Как связаться с 139 экспресс Казахстан? Ну и где набери это Аль-Фараби? Как там еще доставляется, но мне, говорит, приходит на Сайран все. На Сайран? Да. Вот, оно, видит, 139. Когда я еще не заказывала. Я говорю, да блин, мне на Сайран далековато. Я говорю, ну ладно, потом посмотрю. И где-то недели две-три я ничего не смотрела, я сегодня не заеду лазила, на Сайран. Ничего не смотрела, не лазила, и потом. Сайран поближе. Нет. 20-го мне туда надо. К терапевту, к невропатологу, к нейрохирургу. Всем? Да, мне талончики хочется дать. Написано много, исполняется мало. На солнце вижу. Один! Один!
А не прыгать будет? По-любому. По итогу того, но не готовится же. Но ничего, замутили вроде. И дальше гони, да. Отдай уже, господи, боже мой. Скинул бы вовремя, и нормально было, сейчас занос будет. Этого крайнего держать надо. Не адаптировано. К походным условиям. А тебе сколько его забирают? Сейчас. Приедем. Я не ела ничего, но очень хочу.